Три сюжета эпохи. Выставка с таким названием открылась в Национальном художественном музее. Экспозиция посвящена 90-летию со дня рождения якутских художников-живописцев Афанасия Собакина, Наума Зосимова и графика Олега Ковалевского. Ретроспективная экспозиция соединяет работы якутских художников, ровесников музея. Живописные полотна, графические листы в жанре портрета, сюжетно-тематические картины, пейзажи отражают основные этапы творческого становления якутских живописцев 20 века. Эти все три художника, они родились в 28 году, и во время войны они были молодыми людьми, да, там 10 чем-то лет всем было, и они глазами своими не видели страшной войны, да, у них творчество такое, можно сказать, доброе. Виды города и пейзаж Северного края отчетливо видны в работах мастера лироэпических пейзажей Олега Ковалевского. А история строительства БАМа и Южно-Якутского угольного комплекса отражены в произведениях Наума Зосимова. Наум Матвеевич Зосимов очень любил классическую музыку. И когда он творил мастерской, он включал какую-нибудь симфонию, музыку приятную и рисовал. Рождалось новое произведение. Портреты, написанные Афанасием Собакиным, классика изобразительного искусства Якутии. Его наследие разнообразно, от психологических характеристик до обобщенных портретов. Таков портрет бабушки, где есть представление о мудрости и цельности характера человека. А портрет молодой учительницы отражает начало жизненного пути девушки. Олицетворением имени автора стала картина «Танец стерхов». Однажды увиденный танец белых журавлей оставил в душе живописца глубокое впечатление и прошел через все его творчество. Картина воспринимается как образ родной земли, символом которой для автора стали белые журавли. Наиболее ярко пристрастие всех трех художников воплотились в пейзажах. Их поездки по республике и России дали толчок для нового осмысления жанра. Работами якутских живописцев посетители смогут насладиться до 6 апреля. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск.